Одессы нет. Может, за них есть. Как интернет пишет, которого нет. С нашей стороны абсолютно никаких препятствий. И только за то, чтобы люди могли беспрепятственно проезжать. Ни одна гражданская машина, продукты питания, ничего не поступает. Не пропускают абсолютно никого. А также с Донецкой машины, которые едут в том направлении, разворачивают в обратную сторону. И все. Движение полностью перекрыто. Сейчас окапываемся, производим занятия позиций. Вот по мере продвигаемся потихоньку вперед.